запишу. Да, ты запишешь. Там нет? Три ноты. Она более такая глухая. То есть клубки, они там, более музыкальные. Нет, это хорошие ноты, но там всего их три. Тут больше. Да? Ну, это тоже, но это целое, это клейное. Там суперклейное клейное. Смотрите. Там вот выходит, выходит воздушная спираль. И мы добавляем стеночку. Это у нас самые низкие ноты, скажем, до, ре, ми, фа, соль, си, ориентировочная. Угу. А у нас получается такая вот вещь. Закрыли отверстие, ноты ниже. Второе еще ниже. Это можно назвать разными октавами. А вы голосовой принципе букву R. А, скажем, волк или ом. Это открыть связки надо, на самом деле. Это дорожки, как открывать связки. Добавляя гласные, можно получать разные ноты. Это D гласные. Спасибо.